Что такое партия? Коммунистическая партия была партией большевиков сначала, коммунистическая. Почему? Когда президент Обама и госсекретарь Керри встречаются по этому вопросу с целым спектром политиков и руководителей по всему миру. У нее была идеология. Посмотрите на сегодняшнюю партию. На сегодняшнюю партию идеологии нет. Тогда при чем тут партия? Мы все должны, как мировое сообщество, что-то сделать и ответить на эту проблему. Партия людей-единомышленников, может быть. Ну какие они единомышленники? Только рука руку моет, потому что ногой это делать неудобно. И все, больше ничего не существует. Партии вообще... В партии идут люди, которые хотят лоботрясничать, при этом хорошо жить. И при этом народ представляет как собственных рабов, их обслуживающих. А вообще партии не должно существовать. Это противоречит развитию природы своей.